Управляющие компании Люберецкого округа продолжают подготовку к зиме. Свое оснащение главе округа показали сотрудники организации «Самолет-сервис». Компания обслуживает дворы 50 многоквартирных домов микрорайона «Самолет». Дороги и тротуары зимой уберут 72 человека и 10 снегоуборочных машин. У нас подготовлено 4 единицы техники тракторов, 2 погрузчика, 2 бобкета, 1 самосвал и еще один погрузчик GCB. Порядка 160 тонн реагентов. Из-за специфики микрорайона в арсенале управляющей компании также имеется машина для уборки снега в узких проездах. А если вдруг понадобится подкрепление в снегопады, самолет-сервис готов увеличить вдвое количество дворников. С середины ноября рабочие перейдут на круглосуточные смены. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.